разговоры кончить, встречать атамана. Нет, не меня. Ахмед бежит из-за перевала. Мухаммед, быстро встречай! Эй, Зейнаб, сестра моя, смотри, смотри! Что, потолок на голову упал? Кто на воротах крестик рисовал? На нашем доме белый знак, смотри! Возможно, дети, стоит ли кричать? Я плов поставила, мне надо наблюдать. Не любишь крестики, возьми да и сотри. Ай, подозренье мучает меня, что если крестики домами поменять, на всех воротах мелом начерчу, смотри, врагу Али-Бабы не видеть света дня. Мухаммед, готовь ужин. Ахмед, продолжай рассказ. Персидский базар, так? Глупый башмачик Мустафа, так? За 2 динара все отдаст, так? Пошел, указал, я нарисовал мелом белый крестик, так? Хочешь, сейчас пойдем после ужина, хочешь, завтра, так? Сейчас! По одному разбойнику из каждой десятки отца. И первый, второй, третий, четвертый. Атаман, а как же ужин? Ужин, пужин, к черту! Ужин вам не нужен! Вперед! Мою любимую запевай! Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться! С утра не лезть, а ночью бить, обогащаться! Не давать себе спать, а мозгам расслаблять наши мускулы! Эх, мускулы! Будем сечь, убивать, будем жечь, не давать людям спуску мы. Плачьте, бабка и дед, сын с папашей, привет! Дочке, мать! Эх, матери! Ночью город умолк, лишь гиена и волк нам приятель. Гиена и волк нам приятели. И богачий бедняк, приготовьте на днях всем базар, базар у нас. Сундуки нараспах, наша тайна в горах. Сим-сезам кнута, сим-сезам кнута. Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться. С утра не лезть, а ночью бить, обогащаться. Так, всем молчать, слушать только атамана и меня, его помощника. Еще не помощник. Уже почти помощника. Вот, крестик белый, видели? Так. Здесь живет Али-Баба, наш враг и брат врага нашего. Кто-то был вчера в пещере, так кто-то это Али-Баба. Ахмед, а в этих воротах тот же Али-Баба или другой? Хасан, глядите, атаман, и здесь вот белый крестик. И здесь, и тут, и тут, и тут, вот, вот. Ахмед, сорви голова. Я, Ахмед, сорви голова, на дворе трава, на траве твора. Мухаммед. Я Мухаммед. Сорви головы. Есть! Ах, Мухаммед, ах, разбойник. Ну, иди ко мне. И как ты себя чувствуешь, собиратель истории? Я думаю, Мустафа, спотыкаться не стоит. Рассказывай дальше. С историей лучше не спорить. Не надо учить стариков, собиратель историй. Очень черные тучи опустил над горами Аллах. Очень краткие ночи случаются в наших горах. И не эти,
ни те не заснут в темноте. Одинокие слуги Казана. Какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Кто-то напал на след, кто-то узнал Сим-Сим. Позор всем нам. Был утром убит Ахмед, кто хочет пойти за ним? Позор всем вам. Предатель стал Мухаммед, пора рассчитаться с ним. Позор всем вам! Пошел в кусты Мухаммед и в пропасть упал. Черт с ним! Кто-то напал на след, кто-то узнал Сим-Сим. Позор всем нам! А Сим-Сим в переводе «Сезам». Не отвлекайся, папаша, что дальше? Суета, суета, не заснут до утра одинокие слуги Хасана. Какой там покой, он горит как огонь. Одноглазый фонарь атамана. Кто не смелый, кто не хитрый, кто не наш, выйти просим. Ты не выдашь, ты не сдашь, ты не продашь, шутки бросим. О, Сим-Сим, врагу навеки отомстись, биться просим. По порядку предо мною отзовись. Раз, два, восемь. 18, 38. Лошадей запрягай. По дороге молчи, до городских ворот доскочи. Очень хитрую хитрость придумал хитрый Хасан. Он пришел на базар и сказал Мустафиле в глаза. И у Мустафили простафили золотые динары, свет солнца затмили. Он пришел на базар и сказал: мол, такая судьба, дескать, умер мой брат, покажи, где тут Али-Баба. И у Мустафили простафили золотые динары. А ты мне про Мустафили уже пел, дорогой Мустафа. Ай, прости. Вот динар от меня, чтоб карман твой не пустовал. Спасибо. Больше петь не буду, стал немножко уставать. Спасибо, собиратель историй. И сказал одноглазый Хасан, продолжай, Мустафа.